إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المؤمنون о верующие, Аллах Субхана ва Та'аля говорит в своем Писании: «Шахру Рамадан, аллази унзила фихи ал-Кур'ан, худан линнас, ва байинати мин аль-худа валь-фуркан». Месяц Рамадан, в который был ниспослан Кур'ан, как наставление для людей и как ясные знамения из прямого руководства и развлечения. Мы, о рабы Аллаха, по милости Аллаха Субхана ва Та'аля, находимся сейчас в этом месяце, месяце Кур'ана. И поэтому очень важно напомнить о том, какое должно быть наше отношение к Кур'ану, книге Аллаха, с точки зрения убеждений, с точки зрения веры, с точки зрения деяний и поведения. О рабы Аллаха! О рабы Аллаха! Кур'ан – это слово нашего Создателя. Все его буквы и все его смыслы. И слова, и смыслы – это слово нашего Создателя. Он сам произнес его. Он Всевышний произнес его и слышал от него слова Кур'ана. Джибриль, алейхиссалям, это самый главный из ангелов, и он приносил его, снисходил с ним к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, посланнику Аллаха. Об этом говорит сам Всевышний Аллах в Коране: «Ва иннаху ля танзилю раббил алямин». Поистине он есть ниспослание от Господа миров. «Назаля бихи руху лямин аля кальбика литакуна миналь мунзирин». Снизошел с ним дух верный, то есть Джибриль, на сердце твое, о Мухаммад, чтобы ты был из числа увещевающих, билисанин арабиин мубин, на ясном арабском языке. Кур'ан, он начался от Аллаха и к Аллаху вернется. Так говорили предшественники. Минху бада ва илейхи яуд. Кур'ан начался от Аллаха, то есть он и зашел от Аллаха. Аллах, он, который произнес его. Кур'ан не сотворен. Тот, кто говорит, иногда слышно от некоторых братьев, по незнанию они это говорят, когда Аллах сотворил Кур'ан. Кур'ан не сотворен. Тот, кто говорит, что Кур'ан это творение, тот является неверующим. Тот выходит из религии Аллаха Субхану ва Тааля, тот перестает возвеличивать Всевышнего Аллаха и Его Слово. Кур'ан мингу бадаа, от него и зашел, он его произнес, ва илейхи яуд, и к нему вернется. Что значит к нему вернется? Это значит, что перед концом света, в последние дни, перед судным днем, когда люди перестанут читать Кур'ан, когда люди перестанут понимать Кур'ан, когда люди перестанут верить в Кур'ан и поступать в соответствии с Кур'аном, Всевышний Аллах не допустит унижения своего слова, своего Писания. И Всевышний Аллах сделает так, что в одну ночь будет поднят Кур'ан с земли, и не останется ни одного аята, ни одной буквы ни у кого в памяти, и не останется ни одного аята, ни на одной странице, ни в одном свитке. О раба Аллаха, Кур'ан – это книга аль-Хидая, то есть книга прямого руководства наставления. Это книга счастья, это книга успеха, это книга исцеления, шифа для людей от всех болезней. Аллах Субхана ва Тааля ниспослал это Писание для нас, как наставление руководства, указав нам на пути блага. Кур'ан – это свет для верующих. Кур'ан – это сияние для богобоязненных. Это исцеление, шифа для наших сердец. «Инна газаль Кур'ана, яхди лиллати хия аквам». Поистине этот Кур'ан ведет к тому, что есть самое прямое, говорит Аллах Субхана ва Тааля. И говорит Аллах Субхана ва Тааля: «Кад джаакум мин Аллахи нурун ва китабум мубин». Пришел к вам от Аллаха свет и ясное Писание. И говорит Субхана ва Тааля: «Вануназзилю миналь Кур'ани ма хуа шифаун ва рахмату лил му'минин». И низводим мы, ниспосылаем из Кур'ана то, что является шифа, исцелением и милостью для верующих. О рабы Аллаха, но чтобы наставляться Кур'аном и чтобы получать исцеление от Кур'ана по-настоящему, недостаточно просто читать Кур'ан, просто читать его слова. Обязательно нужно читать Кур'ан и нужно понимать его. Нужно размышлять над его смыслами, над его указаниями, а поняв, действовать. А поняв, нужно выполнять то, что ты понял. Вот тогда человек называется читающим Кур'ан. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллазина атайнахумуль китаба ятлуна хакка тилавати улаика юминуна би». Те, которым мы даровали Писание, они читают его по-настоящему. Хакка тилавати, они есть верующие в него. И предшественники говорили: читающие Коран по-настоящему, это значит поступающие в соответствии с ним. Китабун анзальнаху илейка мубарак, Писание, которое мы ниспослали тебе, благословенное, мубарак лиядаббару аяти ва лиятазаккара улул альбаб, чтобы поразмышляли над его аятами и чтобы вспомнили обладатели разума. О рабы Аллаха, Коран воистину это знамение, это величайшее из знамений, которые были дарованы кому-либо из пророков. И это такое знамение, или, как говорят, чудо иногда, но правильно называть это знамением, бурхан и ая, некоторые говорят муджиза, но это такое знамение, такое чудо, которое будет вечным до судного дня, это знамение неприходящее. Если знамения, которые давались пророкам, они были в свое время, их уже сейчас нет, то это знамение, это чудо, Коран, он останется на протяжении веков, и не закончатся чудеса Корана. И понять непревзойденность этого Корана даже не в силу людям, и нельзя устать от многочисленного чтения Корана. Коран не может надоесть, потому что это слово Аллаха Субхану ва Тааля. Коран, он возвышен, над ним нельзя возвыситься. И поэтому Всевышний Аллах, он бросил вызов. Он бросил вызов людям и джинам, этим двум видам, тяжким видам творений, Аллах Субхану ва Тааля бросил им вызов. Сотворите, напишите, составьте нечто подобное этому Корану. Хорошо, пусть не всему Корану. Одной суре подобное. Аллах Субхану ва Тааля сказал: не сможете, даже если все соберетесь для этого. И будете помогать друг другу. Скажи, если соберутся все люди и джинны, чтобы принести нечто подобное этому Корану, не смогут они этого сделать, даже если будут помогать друг другу. О рабы Аллаха, Коран, мы должны знать, что он весь мухкам. Что такое мухкам? Это значит, он весь совершенный. Нет там никаких недостатков и недочетов. И он весь муташаби. Что значит муташаби? Это значит, что все аяты его сходные. Что значит сходные? Значит, между ними нет разногласий, нет противоречий. Они все в согласии и гармонии друг с другом. И все они совершенны. Не может быть в книге Аллаха Субхану ва Тааля противоречий. «Китабун ухкимат аятух», говорит Всевышний. Писание, аяты которого совершенны. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Аллаху наззаль ахсан аль-хадиси китабан муташабиха». Аллах ниспослал лучшую речь в виде книги, где аяты сходны друг с другом. Что значит сходны друг с другом? Это значит, что они все находятся в согласии друг с другом и в гармонии. Нет там противоречия. «Ва иннаху ла китабун азиз». Поистине, эта книга великая. «Ля я'тихиль батилу мин бейна ядейхи ва ля мин хальфи, танзилю мин хакимин хамид». Не подступает к нему ложь, ни спереди, ни сзади. Это есть неспослание от мудрого, от достохвального. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Афаля ятадаббаруна аль-Кур'ан». Неужели они не поразмыслят над Кораном? «Ва лау кана мин инди гайри Аллахи лаваджаду фихи ихтиляфан касира». Если бы он был не от Аллаха, они нашли бы там много противоречий. Пусть боится Аллаха тот человек, который говорит, что вот нашел он в Коране какое-то несоответствие или противоречие. Если ты нашел противоречие в Коране, то не в Коране противоречие, а у тебя в твоем уме, несовершенном, слабом, порочном рассудке или в твоем намерении. Или в твоем намерении. Ищи там. О рабы Аллаха! Аллах Субхану ва Тааля в своем Писании угрожает страшной карой тем людям, которые осмеливаются, которые проявляют такую дерзость, что-либо говорить о Коране, о речи Аллаха без знания, которые измышляют что-то о слове Аллаха Субхану ва Тааля, как-то трактуют по-своему, толкуют по-своему, или что-то отрицают. Мучительное наказание. Поистине, те, которые отклоняются в отношении наших аятов, они не скрыты от нас. Аллах говорит: не скрыты, видит их. Видит их и слышит их. Кто лучше? Тот, кто будет брошен в адский огонь, или тот, кто придет в безопасности в судный день? Делайте, что хотите. Поистине, он видит и знает все, что вы делаете. Опасайтесь, опасайтесь. Аллаха, о рабы Аллаха, говорить хотя бы одно слово о Коране, об Аллахе, о религии Аллаха. Без знания допасет нас Аллах Субхану ва Тааля. Задумайтесь. Сиддик. Сиддик, правдивейший этой уммы. Абу Бакр, лучший человек в этой умме. Лучший человек вообще из всех людей после пророков и посланников. Когда его спросили про значение одного из аятов Корана, значение которого слова он не знал, что оно означает в Коране, он произнес такие слова. «Айю ардин тукиллюни, ва айю самаин тузиллюни». Какая земля будет носить меня, и какие небеса смогут покрывать меня, если я произнесу, скажу о слове Аллаха, о писании Аллаха, что-то, чего я не знаю. Сиддик, он правдивейший, да будет доволен им Аллах, он боялся сказать одно слово просто по своему мнению, без знания и без понимания. О рабы Аллаха, о умма ислама! Возвеличивайте слово Аллаха Субхану ва Тааля. Мы потому и находимся с вами, мусульмане, в таком положении. И все мы кричим, что нас унижают, и нас унижают, нас изгоняют, нас убивают. Почему мы такие униженные? Да потому что мы не возвышаем слово Аллаха Субхану ва Тааля. Только если мы это слово возвеличим в своих сердцах, вот тогда и мы сами возвеличимся. Возвеличивайте в ваших сердцах слово Аллаха. Знайте цену, знайте положение Писание Аллаха Субхану ва Тааля. Разница между Кораном и между словами другими, между словами людей, такая же, как разница между Аллахом и творениями. Поэтому все время, во всех наших спорных вопросах, мы должны обращаться неукоснительно. За решением, за судом книги Аллаха Субхану ва Тааля, за суждениями книги Аллаха, Корану, Аллах Субхану ва Тааля говорит об этом. Если вы в чем-то разногласите, обратитесь к Аллаху, то есть к Корану, и к посланнику, то есть к его сунне, если вы верите в Аллаха и в судный день. Это есть благо, и это лучше по итогу. Обратиться к сунне так же важно, как обратиться к Корану. Потому что сунна – это разъяснение Корана. Потому что Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, что мы должны обращаться к сунне. «Вама атакуму расулу фахузу, вама нахакум анху фантаху». То, что дал вам посланник, то берите, а от чего вас удержал, от того воздержитесь. О рабы Аллаха, этот месяц, месяц Рамадан, в нем нужно особое внимание уделить Корану. И не случайно, и не удивительно, ведь это месяц Корана, тот месяц, в котором был ниспослан Коран. И поэтому Джибриль являлся к пророку, алейхиссалату вассалам, каждый Рамадан, и целиком они от начала до конца проходили весь Коран. Пророк, алейхиссалату вассалам, читал Коран Джибрилю, сверяли они полностью. А когда был последний год жизни пророка, алейхиссалату вассалам, то 2 раза была эта сверка. 2 раза читал пророк, алейхиссалату вассалам, вместе с Джибрилем Коран. В этом для нас с вами, о рабы Аллаха, напоминание. В этот месяц, ну хотя бы в этот месяц, пусть не лежит Коран далеко от вас, где-то на полке. Хотя бы в этот месяц, конечно же, не только в этот месяц, но и всегда, но особо в этот месяц. Нужно читать много Корана и размышлять много над Кораном. И пересматривать свое положение, самого себя просто оценивать, как я отношусь к этому Писанию, которое мне даровал Аллах, и к которому меня привел Аллах. Как я к нему отношусь с точки зрения чтения его, и изучения его, и выполнения его. И давайте, о рабы Аллаха, в этом месяце покажем себя с самой лучшей стороны, самыми благими Аллаху покажем себя нашему Господу благими в отношении Его Писания. И давайте в этом месяце запасемся вот этой благой провизией из чудесной книги Аллаха Субхану ва Тааля. Давайте совершать джихад в отношении своих душ, чтобы читать Коран и руководствоваться им. И просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он сделал нас из Ахлюль Коран, из людей Корана. А знаете, что, как сказал пророк, алейхиссалату вассалам, «Ахлюль Коран, ахлюллах». Люди Корана – это люди Аллаха. То есть это особые рабы, которые на особом счету у Всевышнего Аллаха. «Акулю хазаль кауль, ва астагфируллаха ли ва лакум». وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.